самый главный противник нашей власти – это сама власть. Она сама сделает то, что не сделает куча оппозиционеров, на самом деле, своей глупостью. Она сама себя, так сказать, свергнет, начнет под собой подрывать почву. Она похожа на человека, который действительно как того чукчу, который сидит и пилит сук, на котором пребывает сама. Какие нафиг заговоры оппозиции?